Рад возможности уже лично поздравить вас с переизбранием на пост главы китайского государства. Это стало возможным благодаря тому, что китайский народ и его представители по достоинству оценили вашу работу за предыдущие десятилетия. За последние годы Китай сделал колоссальный рывок вперед в своем развитии. Во всем мире это вызывает неподдельный интерес, и мы даже немножко вам завидуем. 中方高度重视中俄关系，这个呢是它有着历史逻辑，因为我们是互为最大的邻国，也是战略协作伙伴国。